Всем привет, я Макс, и сегодня мы посмотрим обзор на смартфон Xiaomi Redmi 5A. Итак, начнем с внешнего вида смартфона. Если кому интересно, что находилось в коробке, посмотрите отдельное видео по распаковке, ссылка в описании. Данный смартфон имеет цельный корпус, сделанный из пластика. Также отмечу, корпус имеет гладкие углы и весит немного. Всего 137 грамм, благодаря чему смартфон ощущается в руке очень легко. Особенно данный легкий вес оценят девушки. В продаже имеются несколько цветов на выбор. Это серый, золотой и розоватый. У меня вариант на обзоре золотистый, с белой лицевой поверхностью. Данный цвет выглядит приятно и мягко. С лицевой стороны смартфона расположилась фронтальная камера, динамик, сенсорные клавиши управления, а также индикатор событий в необычном месте – внизу. На гранях имеется разъем microUSB, разъем для наушников, инфракрасный порт для управления бытовой техникой и два микрофона сверху и снизу. За производительность смартфона отвечает 4-ядерный процессор от компании Qualcomm и 2 ГБ оперативной памяти. Данных характеристик смартфону хватает на выполнение всех нужных задач для смартфона. Соцсети, интернет, браузер – все запускается нормально и работает стабильно. В браузере можно открывать спокойно несколько вкладок и работать с ними. Ну а что касается игр, то конечно на максимальных настройках во все вам не поиграть, но средние настройки доступны большинству приложений и игр. Например, вот Blitz даже на максималках держит 20 кадров, и вполне это играбельно. Ну а на минималках можно спокойно играть 30-40 FPS. Также поиграл и для теста, и в несколько других игр, которые хорошо работали. Да, на этом смартфоне можно спокойно играть даже в клон PUBG. Игра показывает стабильную работу на устройстве. В итоге за производительность смартфона точно плюс. Хотя тут также причина и в прошивке. Она здесь хорошо настроена. И смартфон гладко работает и в играх, и в приложениях. Что еще стоит сказать? Заказывая в Китае, можете не переживать, вы получите глобальную версию прошивки, которая имеет обновление и русский язык. Да, также отмечу, в смартфоне установлена последняя прошивка компании Xiaomi MIUI 9 на Android 7. Также данный смартфон в будущем обновится и до Android 8. Тогда как, например, прошлая модель Redmi 4A вряд ли уже получит свежее обновление от компании Xiaomi. Да и еще, кто хочет такой же процент зарядки, как у меня, для этого нужно зайти в настройки и установить нужный параметр. Смотрите на видео. Есть в данной прошивке и разделение экрана, если она опять же вообще вам может понадобиться. Особенно на таком небольшом дисплее. Может кому еще пригодится, здесь имеется функция запись разговора. Ее также нужно активировать в настройках. Ну а также коротко о тестах. Протестировал смартфон в Antutu, где он показал следующие результаты, а также в Geekbench, результаты также на экране. Перейдем к дисплею. Разрешение у нас стандартное для этой диагонали 5 дюймов, это HD. Зернистости на экране я не заметил, картинка хорошая, яркая, на солнце пользоваться можно, видно нормально. Углы обзора данного IPS дисплея отличные. Сам дисплей у нас обычный, плоский, без закруглений. А это значит, что на него отлично ляжет защитное стекло. Отмечу также, что в смартфоне плохая автоматическая регулировка подсветки. Хотя я лично еще не припомню смартфона, который бы меня удовлетворил данной функцией. Поэтому я особо никогда не пользовался. Но тем не менее, здесь данная функция всегда занижает подсветку, нежели она требуется. Также про яркость скажу, ее самый нижний порог очень хорош, даже при выключенном свете можно спокойно читать, и при этом ваши глаза не будут удивлены сверхяркости. Есть в данном смартфоне и функция защиты зрения от синего излучения. Я лично данной функцией пользуюсь и вам советую. Ну а по тестам данный дисплей поддерживает 10 касаний. Про фронтальную камеру скажу коротко, фотографирует неплохо, для Инстаграма, конечно же, подойдет. А вот основная камера здесь на 13 мегапикселей, снимает она очень неплохо, особенно если учесть стоимость устройства. Есть здесь и запись видео в Full HD качестве, а в настройках можно установить автоматическую фокусировку, либо по нажатию на экран. В
фотографии и видео здесь имеют правильный баланс белого, а также правильный экспонометр, то есть фотографии и видео ночью или днем имеют нормальную автоматическую яркость. Четкость фотографий также на хорошем уровне. Присутствует и функция HDR, которая работает правильно и действительно пригождается. Применять ее, конечно, нужно в том случае, если вы остановились для фотографирования какого-то интересного объекта, либо для фотографии ваших друзей или близких, статично. При этом режиме фото получаются насыщенными, четкими и одинаково яркими в темных и светлых участках. При видеозаписи днем никаких притормаживаний не наблюдается, ночью есть притормаживание, когда полностью ничего не видно. Если же это концерт, либо какое-то выступление, то видео снимают отлично, что вы, в общем-то, можете наблюдать в данном видео. Что касается сети, в смартфоне имеется поддержка 4G, которая хорошо работает, претензий к нему нету. Также и для навигации устройство поддерживает спутники GPS, GLONASS и китайский Baidu. Автономности смартфона, то есть батареи, данному устройству хватает на полный день при полном использовании, без сожалений. Если же смартфоном немного пользоваться, то его хватит даже на 2 дня. В итоге, что мы имеем? Очень недорогой смартфон с очень хорошим набором параметров. А главное, все это хорошо настроено и работает слаженно. За эти деньги, за $90 или 5000 рублей, покупая из Китая, вы получите, пожалуй, лучшего устройства и не найти. Здесь вам есть и хорошая камера, и производительность, и даже можно спокойно поиграть в любые игры, это точно. А также имеется хорошая связь и навигация, обновляемая операционная система, легкий вес устройства и поддержка OTG, а также инфракрасного порта. Итак, осталось уточнить, где вам лучше покупать. Ссылки на все это в описании. Если вы будете заказывать в Китае, то смартфон вам обойдется около 5000 рублей. Но в него можно будет установить две сим-карты, либо одну сим-карту плюс карты памяти. То есть на ваш выбор. Вторая же стоимость смартфона 6000 рублей. Также заказываю на том же Али, только называется магазин T-Mile. Покупая в данном магазине, вы получите немного другой смартфон, который имеет два лотка, и вы сможете установить в него две сим-карты и карту памяти вместе. Это подойдет для тех, кому хочется побольше встроенной памяти, либо тот, кто пользуется и двумя сим-картами, и картой памяти. А вы уже определитесь и выберете для себя нужный вариант. Ну а на этом все. Все интересующие вас ссылки внизу в описании. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, на наши группы ВКонтакте и Фейсбук, а также нажимайте кнопочку звоночек, чтобы не пропускать свежие видео. Удачи и пока!